Во время бедствий ваш водонагреватель объемом 30-50 галлонов может стать ценным источником питьевой воды. Чтобы добыть из него воду, выполните следующие действия. Во-первых, выключите в нем газ. Если у вас электрический водонагреватель, то найдите в вашем доме электрический щит и отключите подачу тока к водонагревателю. Затем найдите водозапорный клапан водонагревателя. Чтобы перекрыть подачу воды к колонке, поверните вентиль по часовой стрелке. Найдите клапан для слива воды в нижней части водонагревателя. На нем будет насадка для подключения садового шланга и клапан для слива. Подсоедините шланг к клапану. Поверните клапан против часовой стрелки, чтобы открыть воду. Теперь вы можете наполнить вашу емкость. Поверните клапан по часовой стрелке, чтобы закрыть воду. Помните, ваш водонагреватель вмещает 30-50 галлонов воды и в чрезвычайных ситуациях может оказаться ценным ее источником.